Знаете, имам Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если люди покинули тебя в твоей печали, знай, Аллах желает взять на себя заботу о твоих делах». Послушайте, что говорит Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Тот, кто чрезмерно болтает, чрезмерно ошибается. Тот, кто часто ошибается, лишается своей скромности. Тот, кто потерял свою скромность, теряет богобоязненность. А тот, кто потерял богобоязненность, его сердце умерло. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если какой-нибудь человек станет бронить и позорить тебя из-за того, что он знает о тебе, то ты не позорь его за то, что тебе известно о нем. И тогда тяжесть этого прегрешения понесет он один». Хадис передал ат-Тирмизи. Когда некоторым праведным предшественникам говорили: «Побойся Аллаха», они вздрагивали так, что у них из рук падали предметы.